Добрый вечер. К сожалению, руководство аэропорта в данный момент выйти к нам не может. И каких-то комментариев тоже дать не может. А представитель авиакомпании внятного ответа, улетим мы, не улетим мы, другим рейсом, будет какая-то компенсация или что-то еще, тоже нам дать не может. Поэтому все абсолютно как бы спокойны, но хотелось бы понять, улетаем, не улетаем. Если не улетаем, по какой причине и когда улетим. И представьте имя, фамилия. Татьяна Листопад.